Древняя Пальмира становится все безопаснее. Российские саперы разминировали уже больше 20 гектаров. Всего нашим инженерам предстоит обезвредить территорию, сопоставимую с площадью 300 футбольных полей. Это 200 гектаров. Пальмира напичкана взрывчаткой. Бомбы практически везде. Больницы, дороги, электростанции и дома. Людьми зря не рискуют. В большинстве случаев техника работает. В арсенале наших переносные миноискатели, дистанционные селекторы. На расстоянии определяют даже неконтактные взрывные устройства. Техника самая современная. Чего стоят только роботы, комплексы «Уран-6». Скорость 15 км в час, 4 видеокамеры и круговой обзор. Оператору нужно лишь фиксировать движение. Там же, где нужна ювелирная работа, саперы действуют вручную. По самым оптимистичным прогнозам, разминирование займет еще несколько месяцев. Затем на территорию придут реставраторы.